мир ненавидит меня. Это тему я, милости государь, я разобью в дальнейшем. «Расступись, тайга!» Прохор Громов идет. На сцене Самарского академического театра драмы премьера спектакля «Угрюм река. Жизнь и океан». Одну из главных ролей в постановке исполняет народный артист Российской Федерации Валерий Баринов. Радовать самарского зрителя он приехал из Москвы. На счету актера более 100 ролей в теле- и кинофильмах. Признается, для него этот спектакль не совсем театральный. Тут есть момент такого отстранения, особенно у меня, поскольку я просто автор. Потому что я читаю авторский текст, я могу тут себе позволить даже то, что от меня режиссер не ожидает. Так что вот такая свобода мне предоставлена, она мне очень симпатична. В постановке звучит квинтет Дмитрия Шостаковича. На сцене разворачивается настоящая эпическая драма по мотивам романа писателя Вячеслава Шишкова. Сюжет, фабула, идея, образ – четыре главные составляющие романа-эпопеи по словам самого автора. Создавая камерную интерпретацию, мы следовали этому замыслу. Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.